Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Семнишин Юрий, я научный сотрудник Волгоградского областного краеведческого музея, и сегодня мне бы хотелось поговорить вам о самом вкусном лакомстве – о варенье. Ведь это действительно один из самых-самых удачных способов перенести в холодную зиму частичку вкусного, душистого лета. Открывая очередную банку маминого варенья, я невольно задумался, а как же раньше люди готовили варенье? Ведь не было банок, стерилизаторов и даже холодильников. Собственно, варенье изготавливалось несколькими способами. Один из них назывался сухое варенье. Фрукты или ягоды в основном сушили, уваривали в сиропе и получали своего рода цукаты. Потом их обсыпали сахарной пудрой и получались такой вот вкусный вариант зимнего лакомства. Но, конечно, этот вариант подходил только для состоятельных людей. Второй способ более похож на традиционный. Ягоды вместе с сахаром уваривали в русской печи до загустения, до состояния привычного нам варенья. Конечно, эти два варианта абсолютно не подходили для бедных людей, потому что сахар стоил дорого, и варианта купить его, конечно, не было. Но они также, люди состоятельные, готовили варенье. Они использовали мед и уваривали ягоды до состояния загустения. После этого ягоды разливались по небольшим горшочкам и отправлялись в холодное место в надежде, что такое варенье не пропадет. У нас же на территории Нижней Волги было очень популярное варенье, для которого ни мед, ни сахар не требовались. Вкуснейший нардек, или как его называют, арбузный мед. Из спелых, преимущественно мелких арбузов, выдавливается ложковый мякиш, который затем продавливается через сито. Полученная сладкая красноватая жидкость сливается в чугунный котел, который кипятится в горле на открытом воздухе от 8 часов до тех пор, пока не получится сироп, консистенция которого зависит от продолжительности кипячения. Вы только представьте, из 100 кг арбуза получалось максимум 8 кг арбузного варенья. Употребляли нардек преимущественно как десерт со свежим хлебом, а донские казаки любили кушать его со свежими, сдобными пышками. Если вы такой же сладкоежка, как и я, не забудьте, 15 июля отмечается День варенья. На дворе самое лето, а это значит, что вы можете попробовать любой из понравившихся видов варенья.